щодо зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на здоров'я населення на території міста Южного. Транспортні засоби міста, начальник відділу інспекції страхування муніципальна варта. 2019 год, тобто тих виборів аварій в фінансуванні. Мені я можу вже в кінці об цьому поговорити, це для включення на 20-й год. Там один пункт, все люди дізнаються, взрослі, що вторая стаття даного закону, так на всіх працюючих. І ще є стаття відповідальність. І наразі це відповідальність за состояние охраны труда, это ваше предприятие, ваша организация. Это так вкратце. Если у кого будут вопросы, многие здесь присутствующие уже прошли это обучение через нас, нашими предпринимателями, предприятиями. Мы приглашаем сюда лекторов с Одессы, чтобы группа не ехала туда, удобнее человек 15 набирается. То есть на тот момент, пока вы не прошли обучение, не получили удостоверение, если вы даже будете проводить инструктажи, можете ехать в Одессу обучаться, можете обучаться через нас, у нас весной будет следующее, касается нарушений. И ну, плюс это человеческие жизни, за которые как бы, вы все равно несете ответственность, когда люди приходят к вам. То есть, ну, как бы коротко. А далее, именно что касается именно законодательства про працю, про наемный труд, это, да, Вена Валентинівна, державный инспектор з праці. 2018 року несуть фінансову відповідальність в таких розмірах. Три мінімальні заробітні плати – це 11 169 гривень, 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника – це 37 230 гривень. Оформлення працівника на повний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, а виконаних робіт оплатити вихідні, лікарняних, в суму. Якщо він гарантій мінімальний буде нещасний випадок, то він нічого не отримає, він фонду нещасного. ОСББ являється неприбильною організацією. Якщо не вистачає грошей, ну, срочний ремонт пройшов там. Ми неприбильна організація. У нас грошей, наприклад, вистачило чисто тільки на ремонт. На зарплату нам не хватало. Это инспектор, который сейчас в праце в Южном находится, его контролирует Одесса и Киев. То есть это очень серьезно. Ну, есть ситуация, когда невозможно выйти. Нет, ну зарплата это первое. Сначала зарплата, потом ремонт. Прокин не может на этот день. Мы в интернете нашли разъяснение о том, что это по его праву, как использовать собственный отпуск. Да. Это вопросы такие персональные, приходите чем-то к нам. Да. Так что да, приходите к нам за какими-то конкретными вопросами, мы прибыльные организации, гражданские организации, неприбыльные организации, мы все на них распространяется. Важно, чтобы никто из организаций не пришли, что работали и работники по комплексному ремонту обслуживания. Есть, в принципе, перечень штатов. Куріння заборонено взагалі. Заклади освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури. Була проведена робота в місті про заборону та встановлення місць для куріння. Що стосується голів, 13. Що це означає? Що все місце, місто Южне, в принципі, вважається громадським містом. Это пятая нарада голов ОСББ, накопились ряд вопросов. Конечно, предыдущие годы мы собирались более чаще, потому что, ну, как бы учились быть головами ОСББ. В этом году есть уже, мы решили работать там раз в квартал по накопившимся вопросам. Сейчас конец года, самый главный вопрос – это финансирование, подведение итогов финансирования 2018 года. Рассказали головам ОСББ о новых введениях в программу финансовой поддержки на 2020 год, потому что мы начинаем собирать проектные заявки уже начиная со 2 января, уже на 2020 год. Рассказали новые условия финансирования и казначейского обслуживания, которые сейчас введены законодательно на 2019 год. Все внимательно как бы слушали, но это очень важно. Поэтому те головы СББ, которые не присутствовали на этом собрании, пытаемся до них еще раз донести информацию о том, что действительно есть ряд нововведений, которые необходимы для каждого головы СББ знать. Помимо финансовых вопросов, также рассматривались вопросы, связанные с охраной труда, приходили представители муниципальной варты. У нас введен инспектор
сектор с паркования, поэтому также само довели информацию о возможностях, которые имеют ОСББ на своих собраниях принять решение об установке дополнительных ограничивающих знаков, об нанесении дорожной разметки, о том, что после принятия такого решения они могут обратиться на комиссию по дорожному движению и принять для себя ограничивающие знаки для того, чтобы освободить, грубо говоря, свою придомовую территорию. Особенно это очень важно в преддверии наступающего летнего сезона. Темы на самом деле всегда их хватает, они не заканчиваются, поэтому если со стороны Южнинского городского совета возникают новые решения, вводятся нормативные документы, мы пытаемся их довести через собрание, через наш протокольный отдел. Поэтому по мере необходимости, конечно, будем собираться. Я думаю, что это, скорее всего, будет в течение первого квартала, когда уже мы уложимся в казну, когда у нас уже будут действительно вопросы, не только связанные с финансированием, потому что мы на свои собрания приглашаем всех руководителей коммунальных служб, коммунальных предприятий для того, чтобы они могли ознакомить голову СББ с вопросами жизнедеятельности всего города. Мы уже не раз это практиковали, у нас присутствовали и директора водоканала, и директора теплокоммунэнерго. Всех, очень многих людей интересуют сейчас вопросы, связанные с вот этим двухставочным тарифом. Мы пытались сегодня, тоже хотели сделать, но сильно много накопилось информации, тяжело людям воспринимать 2 часа информацию. Мы и так сегодня поработали практически 2 часа, поэтому, чтобы не перезагружать, мы отдельно хотим собрать еще, я думаю, в январе месяце, потому что кому люди идут с вопросами? Голове ОСББ. Для того, чтобы им было четко, понятно и легко отвечать на такие вопросы, мы обязательно будем собирать, приглашать для того, чтобы вести разъяснительную работу, прежде всего для голов ОСББ, чтобы они уже на своем уровне могли донести эту информацию для жителей своих домов. Закон України забороняє куріння на території дворах в районі 50 метрів, а також біля спортивних майданчиків, під'їздів, різних культурних закладів 10 метрів. Тобто на всій території дворів, прибудинкових територіях курити заборонено, якщо не встановити місце для куріння. Ми хотіли до них довести, щоб дозволити в деяких місцях курити. Закон дозволяє, якщо встановлюється знак, місце для куріння, і все, і люди можуть там курити. Охрана труда. Собственно говоря, у нас «Десанта-20», у нас управляющая компания, меня это как-то не особо трогает. А вот варты меня, конечно, интересуют. Это летом, это засилие машин и на газонах, везде, везде, где только можно приткнуться. Сейчас «Десанта-20» у нас там облагородили дорогу, расширили несколько, но все равно боюсь, что там будет то же самое. Вот эта вот разметка, это, конечно, я прям загорелась. Тем более, что этот мужчина проживает 22А. Я так думаю, надо будет с ним встретиться, поговорить поплотнее. Вот просто предметно, да? Конечно, это проблематично, знаете, чем? Все это должно выноситься на общее собрание. Для того, чтобы вынести на общее собрание, нужно собрать собрание. После этого создать подписные листы, обойти всех. А извините, пожалуйста, у меня это 96 квартир. Собрать подписи. Кто этого не делал, тот не знает, что это такое. Это титанический труд. А потом уже ерунда. Протокол, конечно, решение уже было бы. Уже узаконить эти полоски, это, конечно, было бы замечательно. Если бы еще и это исполняли. И по поводу курения. По поводу курения, конечно, это интересно. Хотелось бы, чтобы в домах не курили, но это нереально. Это просто нереально. Законы есть, а методы исполнения нет. Кто это будет исполнять? Я говорю, ни жители не смогут регулировать этот вопрос, ни я не смогу, потому что вы прекрасно знаете, люди курят, а если еще они и не трезвые, то это даже опасно для жизни. Я так думаю, что, наверное, у меня же «Десанта-20», у меня с этой стороны площадка, на которой не заезжают автомобили, а с этой стороны дома, за домом, вот там, да, у меня там беда. Но сейчас сделали новую дорогу, и бордюр высокий. Но для некоторых машин это не преграда. Они просто заезжают туда. Думаю, что вот эти вот полоски, как вот он, прерывающийся или не прерывающийся, да, может быть, было бы. Нарисовать, ладно, это одно. Главное, исполнять как. Встал он на этот бордюр, да, заехал на этот газон. И я буду сегодня
заявила с утра, и следующим утром, вот он как стоял, так он и будет стоять. Вот в чем беда-то.